Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «На что решится мужчина? Что с ним вообще сейчас происходит? Что с ним происходит из-за вас? Его мысли, его чувства? Что он планирует? Да? Что он задумал? Что у него на уме?» Итак, мои дорогие, у нас один вариант. Если вы слышите в начале расклада, что информация о вас, вам интересно, с вами резонирует, есть такая ситуация в вашей жизни, есть такой человек в вашей жизни, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим. Посмотрим, с какими мыслями засыпает, с какими мыслями просыпается ваш мужчина. Да. Давайте посмотрим. Итак, что между вами сейчас? Что сейчас между вами? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, девочки, вы сводите мужчину с ума. Однозначно. Смотрите, здесь прямо накал страстей. Однозначно, я вам скажу, мужчина ищет к вам подхода, ищет к вам какую-то дорогу, по сути. Я бы сказала, что он за вами наблюдает, этот человек. Он понимает, что вы женщина сложная, неудобная где-то для него. Надежда его, знаете, она, конечно, есть эта надежда, но она вот такая, знаете, она такой маленький волчонок, вот эта надежда, которая может вырасти в большого волка, и очень даже этот человек может вас удивить. Я вам скажу, что да, здесь есть такой момент, знаете, по судьбе трансформации этому человеку через вас. То есть вы являетесь источником некого урока для этого человека, возможно, какой-то страсти, большой любви. Вы являетесь особенной женщиной для него. Он где-то наблюдает за вами, он как вас не выпускает из вида, он все равно где-то да за вами смотрит. Вы очень даже в интересе этого человека. Я бы сказала, что этот человек все продумал и готов к неким шагам, но по сути сейчас очень может проходить, что он просто, вот знаете, как наблюдение, в каких-то размышлениях по отношению к вам, да, то есть он как смотрит на вас. Возможно, есть какая-то переписка между вами, какая-то связь, да, то есть что-то он как просматривает, что-то он как-то, знаете, какие-то ниточки улавливает. У него есть надежда, ну да, она сейчас, вот что между вами, это что-то, возможно, сейчас не столь значительное, да, но по старшему аркану суд, да, по судьбе трансформация, старший аркан смерть, этому человеку. По судьбе ему трансформация, этому человеку. А что в этой трансформации этот мужчина должен осознать? Боже, девочки, одни старшие арканы идут. То есть вы для этого человека, знаете, как день и ночь. Вы для этого человека, как целый мир. Вы для этого человека можете стать очень важной и значимой женщиной. Если на сегодняшний день это может быть, да, по этой карте, это может быть знакомство, это может быть какая-то переписка, это может быть что-то вот, да, маленькое. Но то, что он желает, знаете, взрастить, то, чему он желает дать вот потенциал и дать ему, знаете, вот такой рост и активность. И по сути я вам хочу сказать, да, что это такой вот интерес. Но познайте, по этой карте это все-таки такая, знаете, притяжение. Это притяжение. И сейчас оно как вот этот маленький волчонок, да. Но это притяжение растет с каждым днем. И действительно я вижу, что вам с этим человеком по старшему аркану суд быть, знаете, судьбоносной женщиной в его жизни, которая принесет трансформацию в его жизнь и откроет перед ним, знаете, новый мир, там, где день и ночь, там, где ваш свет, да, в его окне. То есть я вам, девочки, скажу, что у вас серьезная задача. Хоть сейчас, на сегодняшний день, вы можете быть в очень таком, знаете, ну,
Возможно, кто-то уже, да, какие-то есть проявления, у кого-то может проходить момент, что-то думает, ходит вот с этим фонарем, да, что-то там заглядывает еще. Но поверьте, что пока вот он всю эту книгу не прочтет, пока он вот не пролистает, этот человек от вас все равно не отойдет. У вас здесь есть какая-то вот такая прямо ключевая завязочка, потому что, ну вот просто идут старшие арканы. И здесь не все так просто. Не просто оторваться, не просто, знаете, как-то забыть, выбросить этого человека из головы. Нет, 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 здесь все серьезно. И здесь может, знаете, из какой-то связи на расстоянии может тебе образовать вообще пару, да, с которым вы вообще войдете в новый цикл жизни. Ну, интересно, вы знаете, что вы действительно можете жизнь этому человеку сильно поменять. Ну, давайте посмотрим еще, да, что там между вами происходит сейчас. Что между вами сейчас? Ой, боже мой, столько надежд. Ну, девочки, ну вы шикарная. Вы шикарная, вы роскошная. Вы действительно вот такая цветущая женщина. Вы ему очень нравитесь. Очень. Знаете, как бы все у вас есть, как вот в этом дереве, да, вот все цвета и все всевозможные, знаете, плюсики. Очень вы красивы для этого мужчины, прямо вышли вы такой настоящей королевой, которая на троне, да, то есть женщиной очень достойной, очень интересной. Я вижу, что этот человек, он о вас очень хорошего мнения и, по сути, видит у вас прямо такую хозяйку, да, гордую очень женщину. Ну, я вам скажу, такую женщину заслужить это еще, да, нужно очень постараться, потому что эта женщина, у вас, знаете, у вас как будто какие-то вот прямо свои грандиозные планы по жизни. И здесь еще большой вопрос, нужен ли вам вот этот отшельник со своим фонарем, да. У вас тут, по сути, знаете, планы на целое королевство, и уже под вами есть трон. То есть вы очень даже хороши. Вы прекрасны, вы знаете свои какие-то плюсики, все у вас классно. Я вижу, мужчина просто вами очарован, в его глазах вы настоящая королева. У вас есть какая-то связь с этим человеком, возможно, ей как не хватает, знаете, каких-то вот этой вашей связи, да, она как... Ну, нет какого-то определения, да, пока что, да. То есть вот это дерево страсти, или это дерево отношений, или это дерево интереса, да. То есть оно, в нем слишком много цветов и всего по чуть-чуть. То есть этот человек наполняется эмоциями, наполняется чувствами, но по сути, я вам скажу, что очень может проходить. Но я не скажу, что прямо тайный поклонник. Для кого-то может пройти, что вы уже действительно в отношениях. Этот человек, он понимает, что вы действительно особенная. И он желает, знаете, придать вашим отношениям какой-то вот прямо, ну, уже такой, знаете, серьезный формат. Ну, давайте посмотрим еще, что сейчас у вас с ним. Ай, девочки, просто человек в маске, вы понимаете? Человек в маске. И, по сути, вы ждете от него каких-то активных действий. Он в маске, знаете, что-то отрезает, какие-то свои чувства, все, он в каких-то разборках с собой. То есть он с этим фонарем еще вот вокруг вас вертится. Да, то есть у нас здесь идет, что он проходит свою трансформацию, и очень даже серьезно. И, возможно, эта трансформация потянет за собой грандиозные перемены по жизни. И он как бы 8 раз отмеряет, да, но осознает прекрасно, что сколько бы раз он не отмерял, вы знаете, вот эта ситуация между вами, она все закручивается и закручивается. Я вижу, на сегодняшний день человек как бы старается вот как в этой маске. Очень может проходить, что нет вот таких ключевых слов. Даже если вы в отношениях, человек вам рассказывает о своих чувствах, поверьте, что он не рассказывает все. Он не рассказывает той глубины, не рассказывает вот того, что есть на самом деле. И насколько вы ему нужны. Потому что, вы понимаете, человек осознает, что он, знаете, как... ну, его жизнь пустовата. Его жизнь очень даже пустовата без вас. И то, что он там хорохолится, и то, что он где-то там, знаете, желает перед вами себя показать в лучшем виде, это еще ни о чем не говорит. Как бы он ни хотел отрезать, он не может вас выпустить из своих рук, понимаете? Он желает вот этого шанса с вами грандиозно просто.
Ну покажи, ну я вижу, что сейчас, да, вам не хватает действий. Очень проходит момент, что где-то, да, вот такой прямо весь замороженный режим снежинка, где-то весь, знаете, как какой-то напряженный, я бы даже сказала, этот человек. А в душе там бурлит просто настоящий вулкан. Ой, он хочет проявиться, девочки. Он желает как-то вам написать. Он желает какого-то с вами прямо разговора. Знаете, вот прямо 1000 слов хочу ей сказать, но когда она перед моими глазами, я просто вот торопею, да. Я вот эта маска, вот это все. Вот я вот такой. Я как будто бы привык себя показывать таким людям, да. А перед этой женщиной уже пора снимать маску, но я как бы не готов, да, я как бы не готов эту маску снять. А вы все видите, вам и не надо ее снимать, вы все прекрасно видите. Вы видите, что вы в интересе у этого человека. Я бы сказала, да, для кого-то может даже пройти момент, что вы на сегодняшний день для кого-то не на расстоянии, и он прямо, знаете, там в большой печали, и дождь у него там, ливень, да, не прекращается, да, в его душе. И греется он какими-то мыслями о вас. Для кого-то может пройти, что человек рядом, но он, знаете, как вот в этой маске, и есть некий момент, и, ну вот не могу я ей признаться, да, вот как-то зрею, да, трансформируюсь пока что. Ну, вы, в принципе, знаете, так очень даже гармонично себя чувствуете, прекрасно себя чувствуете. Конечно, вам хотелось бы какой-то определенности от этого человека, но что имеем, то имеем. По сути, вы как бы играете свою музыку дальше, да, прилетит вот этот голубь от тебя или нет, моя жизнь продолжается. Потому что я вижу, что мужчина, конечно, знаете, может транслировать очень такую яркую уверенность, но по сути вот что в душе, вот там пустота и там, знаете, вот такое вот без вас там вообще все очень так. Без вас очень даже все так не весело. Ну хорошо, давайте посмотрим. Мне, конечно, проходит, что или на расстоянии люди, или есть некий такой момент еще недосказанности. То есть кто-то еще не признался в твоих чувствах. Кто-то уже вошел в отношения и вроде бы, да, уже как бы все становится на свои места. Но я еще вот в этой маске и никак, вот знаете, как-то вот открыться не могу. Почему ты не можешь открыться? Чего ты опасаешься? Что тебя пугает, возможно, да? Давайте посмотрим. Ой, да я влюбился уже. Он действительно, он, знаете, романтично очень настроен. Он прямо, знаете, вы как чудо ворвались в его жизнь, знаете, как такая прекрасная хрупкая феечка. И вот он еще не может, знаете, осознать, это действительно или это вот я себе придумал. Но я вам скажу, что да, мужчина влюбился. У него ощущение, что это, знаете, как на долгие годы. Вот серьезно. Хоть эта карта немножечко говорит о каком-то, знаете, таком легкомысленном понятии, да, но все же. Покажи мне. Ой, ну конечно, вот видите, оно мне прямо идет вот так, что вроде бы я влюбился и вроде бы все так легко, но все же я прям жадный этой женщины. Я жадничаю каким-то временем рядом с ней, я хочу на нее смотреть, я хочу любоваться, это прямо мое, никому не отдам, никого не подпущу. Здесь немножечко такой ревнивый мужчина, и вы знаете, здесь мне прямо прослеживается очень сильный характер у человека. Он очень, знаете, такой человек, ну, умный, и где-то, знаете, какие-то его мысли очень даже такие зрелые, и очень даже такие на вас настроены. Я вам, конечно, скажу, что у этого человека действительно к вам интерес мужской, вы как женщина ему сильно нравитесь, очень сильно нравитесь ему. Ну, вот такая вот у нас, девочки, здесь ситуация. Я вот хочу взять еще одну карту, да, еще, ой, девочки, вы знаете, как-то вот человек вроде бы, да, вот здесь даже может проходить такой момент, я вот такой холостяк, да, мне серьезные отношения не нужны или еще что-нибудь такое в этом роде, возможно, где-то и вы, знаете, задумываетесь, возможно ли здесь что-то больше, что-то посерьезнее. Потому что я вижу, что вы свое время цените и не желаете, знаете, вот вкладываться в отношения, которые, по сути, отнимают ваше время. И я вам хочу сказать, что здесь человек ловит себя на мысли, да, что он не просто влюблен.
что он не просто вас ревнует, как бы желает вас, да, чтобы вы прям были его-его и только вот на вас смотреть и, знаете, не отходил бы вот от этого золота и смотрел бы и любовался бы. Но он признает, что по десяточке пентаклей вы та женщина, с которой действительно можно идти дальше, с которой действительно можно выстроить что-то чрезвычайно особенное. Там, где вот ты такой состоявшийся классный мужчина, у которого есть любовь, знаете, любимой женщины. Это очень дорого стоит, девочки, иметь любовь любимой женщины. И я вижу, что этот человек очень даже рассматривает вас как женщину, с которой вот действительно, да, вот, ну с кем, если не с ней. Здесь мужчина сильно заинтересован, я вам честно скажу. Там могут быть какие-то нюансы, какие-то вопросы, потому что карты первые показали, что там... Ну, будет грандиозная работа проведена, грандиозная трансформация еще должна пройти. Но вам, знаете, как-то по судьбе вам изменить жизнь этого человека. И, возможно, привести эту жизнь в определенную гармонию. Потому что сейчас человек, знаете, как бы что-то отсекает, да? Что-то отсекает. Ну, давайте вот мы возьмем вот эту колоду и посмотрим, что же ты там отсекаешь. Что ты там отсекаешь, что ты там... Что ты сейчас, чего ты, по сути, отказываешься, да, потому что карты говорят, что серьезный перелом в жизни этого человека надвигается. И, знаете, вы как центр вот этого перелома в жизни этого человека. Этот перелом может быть прекрасным, да, как бы человек обретает именно ту женщину, которая ему нужна. Для счастья. Возможно, он тоже уже, знаете, как бы и заслужил вот этого счастья. Давайте посмотрим, а почему? Почему ты все в каких-то раздумьях и каких-то, знаете, он как будто бы очень бдителен. Возможно, у него по жизни была какая-то ситуация, история, да, которая сопутствовалась каким-то предательством или еще что-нибудь вот такое. Потому что этот человек, он как-то очень... трезво, знаете, старается все обдумать, хоть его захлестывает чувство, он старается все как-то трезво видеть, ну вот на своем пути, да, бдителен он. Я вам скажу, ему чужого мнения не надо, он очень, знаете, где-то понимает, чего он хочет. А что ты отсекаешь, покажи, что ты отсекаешь от себя. Ну, отсечение есть однозначно, есть отсечение. Ну, что он отсекает? Вы знаете, для кого-то может пройти момент, что человек, вот я, вот, ну, вот такой, знаете, не то что отшельник, но холостой, да, я вот холостой. А вот здесь проходит момент, что пришло время по справедливости, да, уже пришло твое время уходить в десяточку пентаклей. Уже пришло твое время обретать, знаете, вот свою пару, потому что здесь прямо карта показала, да, и день, и ночь твой будет с этой женщиной. И будешь ты в этом доме, да, и день, и ночь с этой женщиной, в отношениях с этой женщиной ты будешь счастлив. Ну, давайте посмотрим. Но он как-то еще, знаете, как-то вот обдумывает, он понимает, что, ну, вот мысли об этом все больше и больше, они все ближе и ближе, да, вот как-то из подсознания стучаться, звучать все громче. И по правосудию, да, вот десяточку пентаклей я хочу с ней. Вы знаете, как-то человек осознает уже, что он будет с вами счастлив. Ну да, эта мысль, знаете, как бьет в точку. То есть он осознает, что он с вами может быть очень счастлив. Вы знаете, для кого-то даже может пройти момент, да, что он как не может вас потерять, он не может вас выпустить из поля своего зрения, хоть сейчас идет момент какого-то взвешивания, но по сути этот мужчина понимает, что если он вас упустит, он упустит вот настоящее счастье своей жизни. Как-то он видит вот это счастье с вами. Хоть там может быть завязочка, девочки. Я вижу, что кто-то смотрит на мужчину, да, которому, возможно, нужно еще что-то отсекать. Отсекать какое-то прошлое свое. Потому что вот эта серьезная трансформация вот по жизни, она показывает серьезный поворот в жизни этого человека. С вашим приходом в его жизнь. У вас серьезный какой-то жизненный путь, да, жизненная какая-то судьбоносная встреча у вас с этим человеком.
Я вижу, что вы, конечно, ну, очень много мыслей на вас сконцентрировано, это однозначно. И он как-то, знаете, как бы это шансы не упустить, как бы вот это все, знаете, все и вместе. Ну, так или иначе, ты должен будешь что-то оставить, потому что пришло время трансформации, желаешь ты этого или не желаешь, вот пришло твое время, все. Дальше тянуть нельзя, пора действовать, пора искать вот этот путь, вот эту дорогу. Хватит блуждать в лабиринтах и в грезах своих мечтать о вас по вечерам. Девочки, здесь однозначно идет момент, что человек прямо о вас мечтает и прячет свои чувства, где-то не высказывая, закрывая это все в себе, закрывая в себе свой интерес, свою любовь, свое, знаете, вот рвение к вам. Девочки, здесь у мужчины конкретный интерес. Очень может проходить, что у кого-то расстояние, есть какие-то моменты, да, то, что нужно еще как проработать какие-то вопросы. И этот человек, он, знаете, как бы он не хотел, как бы он там ночью о вас не думал, он все равно должен вот как-то в себе вот эти чувства немножечко, знаете, как-то сдерживать и, возможно, даже закрывать. Но я вам скажу, что, ну, давайте вот будем смотреть дальше, давайте посмотрим дальше. Итак, на сегодняшний день, что мужчина думает о вас, что он о вас думает, давайте посмотрим. Что ты думаешь об этой девушке, об этой женщине, которая смотрит расклад? Что ты о ней думаешь? Ну вот это такой момент, знаете, как я опять вот в этой маске, понимаете, вышел он. Я скрываю, хочу выйти на связь, хочу как-то, возможно, кто-то даже смотрит. И у вас, как вы ждете, что этот человек выйдет на связь. Потому что здесь, как я скрываю свое желание, что я хочу выйти на связь, что я так хочу быть с тобой. Я вот это под маской, вот это и скрываю. По восьмерочке жезлов, да, человек желает выйти на связь с вами. Да? Боже, остасковался как? Знаете, вот эта дорога закрыта, как-то, возможно, у вас еще нет того общения, которого вы хотите. Или еще нет возможности приехать к вам, да, вот как дорога закрыта, как бы я там ни стремился, ни хотел, я должен, знаете, как бы взять себя в руки, по сути, да, потому что, ну, тоскует, человек очень, очень тоскует, и по старшему аркану повешенный, просто я уже настолько стосковался по тебе, прекрасный. Я так долго жду, когда вот наступит то время, да, когда поспеет вот это яблочко. А зачем? Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Ну, вас ждет, конечно. Вас ждет и желает вырваться, знаете, из ограничений. И вы знаете, как-то прямо вот приехать к вам. Приехать к вам. Проявиться к вам, открыться вам даже так. Я бы даже сказала, пойти против всего мира. Ну, смотрите, я вижу, конечно, знаете, вот на его мысли, это просто человек как сам себя держит, как сам себя сдерживает. Есть какие-то определенные обстоятельства. Очень может пройти у кого-то, что это прямо расстояние, вот действительно человек как прикован. И мысли его вот о вас, и вот здесь вы выходили, и здесь вы опять вышли, да, что вот то есть, да, я вот о ней думаю, она в моих мыслях. Она вот и есть вот это, знаете, красное яблочко, чистый соблазн и чистая такая, знаете, красота сочная, которая просто, да, где-то я вот и сплю о ней думаю, и просто сохну я по ней, по этой женщине, сделать с собой ничего не могу, возможно, 1000 раз хотел оторваться, хотел мысли эти выбросить из головы, не могу. Хочет человек приехать к вам, девочки, проявиться, приехать, примчаться как-то вот. И он желает что-то вот как-то, знаете, развязать в своей жизни. Какая-то неопределенность между вами его беспокоит. Ну, давайте посмотрим еще вот на этой колоде, что нам расскажут. Что у тебя в мыслях о ней, что в мыслях твоих. Что у тебя в мыслях. Ну вот отшельник. Ну вот человек скучает. Он скучает, он тоскует, он где-то, знаете, так мысли о вас крутятся у него в голове. Но я вам скажу, что здесь однозначно будет проявление, здесь однозначно будет конкретные шаги в вашу сторону вперед.
И здесь человек очень что-то прямо конкретно обдумал. То есть его следующий шаг, он будет серьезным, он будет очень важным. Да, решающим, я бы даже так его назвала. Решающим, потому что, знаете, как, ну, вот такое необъятное желание, как не могу, вы знаете, мне мало ее. Не, ну, вам, как сказать, мне, этой женщины, вот ему вас мало. И он понимает, что если он к вам не проявится, да, не скажет нужных слов, не придет на примирение, не выйдет на контакт с вами, это просто какие-то страдания, мучения, понимаете? Потому что никто не сможет вот насытить, да, вот этого голода любви. И вы знаете, что здесь идет? Вот если я не выйду с ней на связь, не выйду с ней, с моим солнышком, да, с женщиной, которую я люблю, не откроюсь перед ней, я так и буду блуждать с этим фонарем. И мне всегда будет мало света. И мне всегда будет мало любви. И мне всегда будет, знаете, одиноко, если я не буду с ней. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше, что этот мужчина к вам чувствует. Давайте посмотрим, что ты чувствуешь к этой девушке, что ты чувствуешь к этой женщине, которая смотрит вот этот расклад. Что ты к ней чувствуешь? Ну вот это такая жадность вот сейчас, да? Это никому не отдам, никому вообще не собираюсь отдавать, по справедливости мое и все, да. И да, я сейчас прямо, знаете, так вот человек вошел в лабиринт, ищет вот того, знаете, правильной такой дороги. Девочки, мне очень проходит, что вы как бы и недалеко, ну и не ви, и как-то не можете и как-то прикоснуться друг к другу. Что там происходит между вами? Прямо, знаете, как мало мне, хочу прямо вот прикасаться к ней, хочу прямо вот быть рядом с ней. Такое ощущение, вы как будто рядом, но вы как не можете, знаете, открыться своим чувствам, что ли. Кто-то, конечно, я понимаю, на расстоянии, вот этот момент лабиринта, вы в одном конце, он в другом, да, и вы как бы друг друга слышите, возможно, видите где-то, но вот нет контакта по причине, что вы на расстоянии. А у кого-то люди прямо где-то и близко. Но вот как-то хочется еще ближе. Хочется вообще быть рядышком, да, быть как бы по одну сторону, быть в одной команде. Знаете, иметь одну цель. Если, знаете, против кого-то, то вместе. Ну, интересно. Давайте посмотрим еще, что у тебя в чувствах к ней. Ну, хочется победы, конечно. Девочки, я вам признаюсь честно, конечно, этот человек желает страсти. Желает перемены. Желает он перемены. Как-то вот эта тоска, она его, конечно, догрызает. Где-то он, знаете, скрывает какие-то прямо свои фантазии по поводу вас. Прямо такие яркие фантазии. То есть он где-то там не только о страсти, не только, знаете, каких-то таких нюансах, а именно, знаете, вот как вы будете время вместе проводить, как вы будете счастливы, как вы, знаете, как вы будете строить какое-то свое будущее. Человек очень много думает о вас. И именно, знаете, вот по вечерам, вот ночью, когда вот все, знаете, утихает, когда вот человек начинает о вас думать. И он думает о некой вариантности, да, как могут сложиться ваши отношения дальше. По сути, он мечтает. Как сложатся ваши отношения дальше. Но да, это такая, знаете, хочу победы, хочу перемены, хочу вот эту десятку, знаете, пентаклей. И вот я об этом думаю, я об этом вот всем мечтаю. Как, да, эта женщина определит меня победителем, да? Как это все произойдет? Что ты чувствуешь сейчас? Ой, девчонки, ну страсти, страсти, конечно. Хочется прямо всего, да, а чтобы это все было, его взрастить надо, по сути, да, то есть оно само тебе дверь не откроет, его нужно взрастить, то есть, чтобы быть с вами, чтобы быть вами любимой, нужно действовать, нужно активно действовать, не только мечтать, но действительно идти вперед. А здесь я вижу, что мужчина где-то затоптался с вот этим своим фонарем, хоть все прекрасно понимает, но, возможно, сейчас еще, знаете, вот в каких-то размышлениях. Но мы посмотрим, на что он решится в конце концов. Я вижу, конечно, что человек на вас настроенный очень даже серьезно.
И очень даже он, знаете, как бы мечтаю о счастье с ней, что счастье приоткроет мне дверь. Возможно, этот человек, да, если вот вы на расстоянии, мужчина буквально, да, мечтает, как вы откроете ему дверь, как вы ждете его, как вы будете открывать ему дверь. Ну, вот так вот. Ну, что ж, давайте посмотрим еще. Кто эта женщина для тебя сейчас? Она твоя любимая? Или вот, да, потому что я вижу очень такие, знаете, моменты счастья хочется. И он видит вот это прямо такое счастье с вами. И страсти здесь хватает, да, но все же, да. Ну, вот кто вы для него? Вы та женщина, о которой тоскую. Вы та женщина, о которой думаю, которую, знаете, как вспоминаю все время. Да, время какое-то, вот я с ней вспоминаю, жду какого-то времени определенного. Возможно, у вас назначена какая-то встреча, свидание. Уже приблизительно какие-то известные сроки, когда этот человек сможет к вам приехать. Потому что, как, знаете, я прямо как жду, каждую минутку жду. И вы как-то непосредственно влияете на время в его жизни. То есть, с одной стороны, так долго тянется время, когда вот я ее не вижу. Но когда она есть в моем пространстве, время летит просто, вот просто не замечаешь. А если она рядом, а если она, знаете, где-то смотрит в мои глаза, все, время улетает просто. Насколько оно, знаете, в счастье просто незаметно. Я вижу, что мужчина вам очень заинтересован, очень. И возможно, да, если вы, возможно, на сегодняшний день это какое-то знакомство, возможно, пересечение какого-то делового плана. Я вижу, что здесь мужчина прямо, знаете, как ориентируется на какое-то определенное время. То есть вот, да, сейчас вот будет время, где-то она будет бежать вот по этим ступенькам, и я смогу ее вот как-то увидеть. Я где-то смогу придержать ей дверь, я где-то смогу. Он где-то как поджидает вас словно. Поджидает, желая вас увидеть, как вы будете идти. Ну, вы женщина, которая, знаете, которую хочу видеть все время, которой думаю все время, ради которой, по сути, готов изменить очень многое в жизни. Что ты чувствуешь к этой женщине? Вы знаете, это такая какая-то вот сейчас внутренняя борьба. То есть я вам однозначно скажу, что там есть чувство этого человека. Однозначно есть. Но и есть какой-то вот этот черный лев, он тоже присутствует. И там идет какая-то вот эта борьба. Где-то что-то еще не пускает, где-то что-то еще не проработано этим человеком. Где-то нужно какую-то дверь закрыть еще. Чтобы иметь возможность, да, на вот это счастливое будущее с вами. Где-то какие-то нюансы существуют, да, для кого-то идет момент, нужно действовать активно. И вы знаете, почему вот мужчина, да, вот если он понимает, что здесь нужно, по сути, брать ответственность. И если уже, да, входить в отношения с вами, предлагать вам больше, да, вам, перед вами нужно вот эти слова, как держать слово, понимаете? Здесь нужно быть львом, здесь нужно держать слово. И если ты не готов это слово сдержать, да, лучше молчи. И вот здесь вот такой вот момент, знаете, где-то человек еще решает какие-то свои вопросы, проходит, по сути, свою судьбоносную трансформацию, чтобы действительно проявиться к вам в надежде на то, что будет дальше. И я вам скажу, что действительно ваша встреча, она далеко не случайна вот с этим человеком. Я понимаю, что, возможно, вы и тоже находитесь в каких-то, да, у вас много вопросов, у вас существуют какие-то свои терзания, возможно, есть момент, а стоит ли, да, где-то ждать, или еще, да, что будет дальше. Но вот я вижу здесь человек пока что, да, как бы в борьбе. Если я не могу сдержать слово, я пока молчу, да, я жду какого-то определенного времени. Но здесь прямо конкретно идет внутренняя борьба в человеке. И я вам скажу, что вот эта трансформация, ну вот которую несете, по сути, вы в жизни этого человека, она как бы судьбоносная. И вы идете как некая, знаете, награда. Вы идете как награда. Вы идете как, знаете, как некий самый лучший результат для этого человека. То есть, если он сможет, если он где-то приложит достаточных усилий,
вы, как любовь с вами, отношения с вами, это будет награда ему за пройденную трансформацию. Но вы знаете, мне здесь прошел один момент. Вы, конечно, можете знать об этом человеке многое. Но здесь конкретно вышли карты, которые говорят, что в этом человеке есть очень хорошие какие-то качества. И где-то он заслужил на лучшие в своей жизни. И, возможно, именно приход ваш в его жизнь, приход вот этих чувств, этих любви, это награда для него. Давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим дальше. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим такой вопрос. Да, нам еще нужно немножечко, немножечко. Вот что с ним происходит вот сейчас, да, вот в тот момент, когда вот вы по сути смотрите вот этот расклад. Возможно, у кого-то, да, есть какие-то вопросы. Что с тобой происходит? Не в том смысле, спишь ты или ты проснулся. Что происходит у тебя в душе, да? Вот у мужчины в душе, что с ним происходит? Ну, что происходит? Да, жду хороших новостей от тебя. Я жду от тебя хороших новостей, да? И вы знаете, вот это момент, когда некое затишье заканчивается. Человек выйдет на связь, человек, его подсознание толкает на активные очень действия по отношению к вам. По сути, знаете, здесь будут решаться важные вопросы. Этот человек очень силен своим характером, своей силой внутренней. И он видит для себя, конечно, вас как настоящую пару и спутницу, знаете, любимую. Женщину, которую, да, вот невозможно отпустить, потому что ее искал, да, к ней и шел, и к ней чувства имею. И сейчас мне ее сильно не хватает, и это сподвигает этого человека на конкретные действия. Более того, девочки, я вам что хочу сказать. Здесь и сама судьба будет подбрасывать вам определенные такие нюансы, моменты, повороты, которые так или иначе будут, знаете, создаваться на вашем пути для того, чтобы некий процесс все-таки двинулся, чтобы вы не застыли где-то на месте. То есть сама судьба будет где-то попутный ветер создавать для этого человека, чтобы он все-таки в вашу жизнь пришел. Потому что нужна перемена. Ему нужна эта перемена. И вам эта перемена нужна. Вы знаете, он как-то вот как доказал свою силу и по старшему аркану суд, да, вот лучшее должно прийти в его жизнь, дается ему шансы, он ждет, ждет, ждет возможности проявить свою любовь, приехать и, по сути, знаете, прийти, потому что мысли о вас не дают покоя, как бы не отсекал, как бы, знаете, ночью не закрывал глаза, все равно от себя не уйдешь. Себя не уйдешь, это твоя дорога, хочешь, не хочешь, ты все равно ею пройдешь. Он думает о вас, он думает о вас, он наблюдает за вами, он думает об отношениях с вами. Да, и это все по справедливости, девочки. Эти мысли его просто не покидают, они просто опять и опять и опять возникают у него в голове, и это то, что с ним творится, да, вот сейчас. Человек думает про отношения, взвешивает какие-то моменты, да, пока размышляя о том, что пока вот эта страсть не закрыла ему полностью глаза, он как бы хотел бы еще, знаете, как бы на берегу, потому что вот как-то накрывает чувство, да, накрывает какой-то вот этот момент. Никого не нужно, кроме тебя, да. Я хочу посмотреть вот такую ситуацию, задать такой вопрос. На что ты надеешься? Вот, да? В чем твоя надежда по отношению вот к вам? В чем надежда этого человека по отношению к вам? Что вы его выберете? Что вы выберете именно его? Что ваше сердце выберет его? На старший аркан влюбленные. Да, что он станет значимым и важным человеком в вашей жизни. А он готов на многое, девочки. Он готов на очень такие, знаете, поступки, на любую борьбу ради вас. И опять вот вы выходите все равно, да, то есть ради нее я готов на все, ради того, чтобы она выбрала меня,
Я готов на все. И я буду вот тем человеком, которого она, знаете, как выберет для себя. Иного не может быть варианта. Иного не может быть варианта, потому что это настоящая любовь. Девочки, смотрите, я вижу, что мужчина надеется на любовь. Он надеется на то, что вы выберете его, что в ваших глазах он будет, вот знаете, вот таким человеком, который вот по сути, да, сможет завоевать ваше сердце. Он надеется на любовь большую с вами, девочки. Хорошо, а вот сейчас мы спросим, а чего ты опасаешься? Чего опасаешься? Чего ты опасаешься? Чего? Чего ты опасаешься? Ох, ну знаете, мыслей много. То, что я предложу, нужно ли оно вам, понимаете? Нужно ли оно вам? Как вы посчитаете, то, что он вам предложит, это, знаете, чудо? Это такой вот момент, знаете, радости? Или это будет для вас вот как эти черные вороны? То есть вы отмахнетесь от этого? Чего он боится? Он боится, как вы воспримете какое-то его признание, его слова, его предложение вам, да? Ой, он боится разбитого сердца, конечно. И как интересно, да, на что надеется? На туз кубков? Чего боится? Вот тройки мечей, пожалуйста. Хорошо. Какими... Давайте посмотрим, что он хотел бы знать о вас, да? Что его очень интересует на сегодняшний день по отношению о вас? Что его интересует? Какой вопрос он хотел бы вам задать? Давайте вот посмотрим так. Какой вопрос? Ой, вы знаете, очень хотел бы вас что-то спросить. Прямо остро стоит у него какой-то вопрос. Верите ли вы ему? Да? Хотите ли вы быть с ним? Или есть кто-то другой? Желаешь ли ты быть со мной? Веришь ли ты мне, да? Какой вопрос он хотел бы узнать, какой вопрос он хотел бы задать, да? Кто я для тебя? Я для тебя сильнее всех? Или ты где-то мне не доверяешь? Вот почему-то вот есть такой вот момент, что он хотел бы узнать. Доверяете ли вы ему? Вы знаете, вообще-то здесь проходит такой момент. Я хотел бы прочувствовать то, что чувствует она ко мне, да, узнать, вот как-то как бы стать на ее место и почувствовать, что она ко мне чувствует. Есть ли у нее симпатия, да, есть ли, или она как-то меня опасается, возможно, вы где-то держите определенную дистанцию, возможно, вы где-то, знаете, очень-очень осторожны, потому что человек, как бы, ему очень хочется вот этот момент для себя, возможно, где-то выяснить. Верите ли вы ему? Вот так вот, такой вот момент. Веришь ли ты мне? Или ты где-то, да, вот опасаешься, настороженная? Ну хорошо, что он хотел бы спросить, да? А что он хотел бы сказать вам? Да, вот что бы он хотел сказать, о чем молчит на сегодняшний день? Что бы ты хотел сказать, о чем молчишь? Угу. Ой, старший аркан солнца. Ой, и время. Боже, девочки, о чем бы я хотела сказать? Ты вот просто во все времена, во все века ты солнце. Нет, времени для тебя не существует. Вы знаете, вы очень ценны для этого человека. Просто так шикарно карты пошли. Просто капец. Что он бы хотел сказать, о чем молчит? Но вы знаете, что здесь идет? Придет время, и я тебе скажу об этом. Что ты мое восходящее солнце, что ты, знаете, вот ты и жизнь, ты и новый день, ты и дом наполнен теплом. Ты вот это все. Ты прекрасна. Ты. Ну, девочки, я вижу, что у человека прямо чувства, настоящие чувства к вам. Давайте посмотрим, а чем вы привлекаете вот этого мужчину как мужчину, да? Вот чем вы для него так, чем вы ему так нравитесь? Да, и все равно, знаете, как хочу вот здесь взять карту. Чем вы привлекаете его? Что ему у вас нравится? Что вообще, да, вот творится в его эмоциях к вам? Что, чем вы его привлекаете? Ну, девочки, это, конечно, пламя.
Это пламя, в котором он желает, вот, чтобы в этот огонь он горел полную мощность. Он желает как бы смотреть с вами в одну сторону и пить с вами утренний кофе после бессонной ночи. Вот это да, это прямо вот его желание, это конкретно прошли. Да. Ой, очень хочется как-то взять ситуацию, возможно, в коей мере под контроль. И чем вы ему нравитесь? Вы знаете, вы как-то вот в последнюю какую-то секунду ускользаете. Вот когда ему кажется, что уже все, да, уже я как бы так близко, и я уже вот готов ее ухватить, вы как ускользаете. У него вот этот жар, вот этот огонь внутренний, он не прекращается по отношению к вам. Чем вы ему нравитесь? Всем вы ему нравитесь. Вот вы вот в энергетическом плане, вы прямо вот такая стихия. Вот нравитесь этому человеку, однозначно я вам скажу, что вот ее не заставишь. Ее просто нужно вот так вот всеобъемлюще любить, да, и может быть как-то вот эта ситуация, да, будет как-то в твою пользу. Но по сути я вижу, конечно, ну, невероятное притяжение вот этого мужчины, это однозначно. Чем вы нравитесь этому человеку, чем вы ему нравитесь? Ну, вы целый мир. Да, вы знаете, вот эта карта, она, конечно, показывает вот этот момент желания этого человека быть с вами. Искреннее желание и ожидание того времени, когда это будет, когда это произойдет. Давайте посмотрим еще, да, вот чем вы нравитесь этому мужчине. Что ему у вас нравится? Ох, вы очень красивая женщина. Вы очень красивая. И за вами, ну, у него есть вот этот такой момент, возможно, даже где-то даже, возможно, какого-то... Он немного недоволен, так как сейчас. Вот, девочки, я вам серьезно скажу. И где-то он даже и зол на саму ситуацию, на то, что вы как-то, знаете, возможно, где-то на расстоянии, возможно, где-то все время, знаете, как убегаете, ускользаете. И все это еще, знаете, усиливается вот этим моментом, что вы так прекрасны, что вы такая красивая женщина. Но он прямо, знаете, ну, горит огнем человек. Я вижу очень, очень такой интенсивный интерес в вашу сторону, и прямо такое желание прямо на бегу вас как ухватить, знаете, на бегу вас ухватить. Чтобы изменилось как-то между вами вот все. Потому что я вижу, что сейчас что-то существует. Есть вот эти какие-то ступеньки, которые нужно преодолеть. И он как-то опасается, чтобы вы дождались. Чтобы вы как-то, знаете, чтобы вы не убежали, не исчезли из его жизни. Это какой-то страх даже его. И с одной стороны, ему так нравится, что вы такая неуловимая, да? Что вы не из тех женщин, которые где-то наседают, навязываются, да? Вы вот такая неуловимая, вы как весенний ветерок. И так хочется вас как-то, знаете, поймать свои объятия, вдохнуть запах ваших волос. И вообще, да, держать вас в своих руках, в своей энергии, ощущать вот этот момент настоящего счастья рядом с любимой. Девочки, здесь любовь. Здесь любовь, и она будет иметь развитие, она будет иметь вот такой прямо разгар и очень-очень большую перспективу. Следующий шаг этого мужчины. Каким будет следующий шаг? Следующий шаг. Ой, девочки, колесница. Человек приедет, проявится. Я вам даже скажу, что это будет... Ну, это стремительная очень карта. Очень стремительная. И его, во-первых, его накрывает волна чувств. И, во-вторых, здесь будут очень активные действия. Покажи нам, да, как, с чем будут связаны вот эти действия этого человека. Боже, приехать, обнять, и любить, и вообще как-то быть с вами рядом. И очень приятно проводить с вами время. Вот приблизиться, быть рядом с вами. Вот просто быть рядом с вами. Это прямо вот такое счастье. Прямо кубки идут, и все, да. Давайте посмотрим, что вам нужно знать о нем, да, на сегодняшний день? Что нужно знать об этом человеке? Что вам нужно знать? Он тоскует по вам. Вот он тоскует по вам. Вот что вам нужно знать? Если вы смотрите это в темное время суток, и этот человек где-то на расстоянии от вас, он о вас думает. Однозначно.
Однозначно. И есть момент некой развилки. Но ваши дорожки обязательно сойдутся в одну. И этот человек проявится, потому что он о вас думает. И он скучает по вам. И он где-то, знаете, предвкушает какую-то вашу встречу. Он думает о вас. Что вам нужно знать о нем, да? С чем вам придется столкнуться? Возможно, давайте так зададим вопрос. Ой, девочки, вам придется столкнуться. Двойка кубков. С чем вам придется столкнуться? Это просто, знаете, это ночи напролет. Это просто любовь в своем самом таком прекрасном, ярком проявлении. И хоть кажется, что вы как из разных стихий, что вы из разных миров, что вы такие разные люди. Любовь, она творит чудеса. Она способна все изменить. Давайте посмотрим еще. Да, вот какую-то подсказку для вас, да. Давайте посмотрим, к чему нужно быть готовы. Уже двойка кубка вышла, можно дальше не смотреть. Да, ну вот давайте возьмем. Подсказка для вас. О, девочки, вы только посмотрите. Подсказка для вас. Ну, по сути, вы... Ну, я вам скажу, что да, по старшему аркану императрица у вас может быть грандиозное развитие. И то, что человек скрывает сейчас, это может быть вот этот старший аркан, знаете, императрица, ваш аркан, вы в аркане императрицы для него. Что вам нужно знать? Мужчина мечтает о том, что вы станете его женщиной. Вот это да. И какой бы маской он ни прикрывался, это есть правда. И он будет к этому активно идти. Активно идти к тому, чтобы вы были его женщиной. Активно идти к тому, чтобы вы видели в нем опору, надежность. Этот мужчина будет очень активно и красиво за вами ухаживать. И я вам скажу, что если вы в отношениях, вас ждет грандиозное развитие этих отношений. Если вы, знаете, догадываетесь, о ком идет речь, я вам скажу, что здесь будет проявление, здесь будут очень активные действия и очень активные ухаживания. И вот за этой, знаете, маской, которая, возможно, сейчас вам кажется какой-то, ну, не знаю, чего ждать от этого человека. Вы за этой маской можете увидеть мужчину, который в вашу жизнь принесет вот этот старший аркан императрица, да, который привнесет все самое лучшее и многократно в вашу жизнь. И то, что кажется сейчас иллюзией, может стать вашей настоящей жизнью. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. Буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви. Вам, прекрасным женщинам. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пишите комментарии, мне очень приятно. Великолепные комментарии от моих подписчиц. Всем-всем-всем самого-самого лучшего, сильного, благородного человека в вашу жизнь для самых лучших и прекрасных отношений.